fighter from the blue corner, Israel Gadzhigayev. It's a dangerous love affair. Can't be scared when nickels down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind. И скоро у нас стартует следующий поединок по ММА. Это третий бой. А по ММА между Израилом Гаджигаевым и Владиславом Сиволовским. Израил Гаджигаев представляет известную школу единоборств, которая у нас в России. Это школа Абдулманапа Нурмагомедова. Все ее прекрасно знают. Все прекрасно знают этого великого тренера, воспитавшего большое количество чемпионов. His opponent from the red corner, Vladislav Sivanovsky. А противостоять Израилу будет Владислав Сиволовский из Республики Беларусь. Для него это профессиональный дебют, как и для Израила. Ну а посмотрим, кто же из дебютантов окажется успешным. Владислав представляет Республику Беларусь, ему 18 лет, рост 176 сантиметров. Призер республиканских соревнований по рукопашному бою и ММА. А Израил Гаджигаев является чемпионом всероссийского турнира по боевому самбо и чемпионом России по боевому самбо. Очень сильный и опытный спортсмен. Израил. Владиславу придется нелегко, но посмотрим, что же будет у нас в этом бою. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's 170 centimeters tall. His professional weight 61 kilos, 19 years old. And this is his professional debut. Israel Gadzhigayev. His opponent from the red corner. He's 176 centimeters tall. His professional weight 61 kilos, 18 years old. And this is his professional debut. Vladislav Sivalovsky. Бойцы на середину. Внимательно слушаем команды. Правила не нарушаем. Покажите честный, красивый бой. Пожали руки по углам. Ждем уже с нетерпением начала этого противостояния. Два очень молодых спортсмена, но за свою небольшую карьеру по любителям они завоевали очень большое количество титулов на двоих. Итак, поехали, первый раунд. Поджимает Израил. Хороший размен сейчас был. И в борьбу ожидаемо уходит Израил Гаджигаев. Вяжет своего оппонента. Проходит ноги Израил.
но Владислав не отпускает захват. Занимает позицию сбоку. Очень вязкая и плотная борьба. Пытался подняться Даниил, но не получилось у него. И теперь Израил находится в очень хорошем положении. Он забирает удушающий через руку. И правильно делает. Переходит корпус, отбрасывает ноги и делает удушающий через руку. Очень плотный и серьезный. Стоп! Уснул Владислав. И Израил Гаджигаев одерживает победу в первом раунде удушающим приемом. С чем его и поздравляем. Gentlemen, in this fight, winner by submission, Israel Gaджигаев! Итак, в первую очередь я поздравляю тебя с той победой, которая, как мне показалось, досталась тебе достаточно легко. Расскажи немножко о том, как прошел бой, по твоим ощущениям. Give us your feeling about this fight. В первую очередь, спасибо вам за поздравления. Я работал так, как мне говорил мой секундант, и все пошло по плану. So all the fights I was working by the wise advice of my corner. Ну что же, у тебя есть та самая возможность поблагодарить тех людей, которые тебя готовили. Я в первую очередь хочу посвятить эту победу моим родителям. Также спасибо Исламу Махачу за то, что он поддерживает нас. Благодаря нему сегодня я стою здесь. И также спасибо всем, кто помогает. Кто поддерживает? Всем спасибо. I want to dedicate this victory to my parents, and also I want to thank Islam Makhachev, who supports me, and due to his work, I'm standing here. And of course, I want to thank everyone who supports me. Спасибо тебе огромное за это выступление. Я уверен, что мы с тобой видимся не в последний раз.